Привет, друзья, меня зовут Сережа. Здорово, друзья, меня зовут Скай. И мы играем в The Forest, и посмотрите на его лицо. Да его-то, теперь... посмотрите, какой-то старикан домогается до меня. Он какой-то Халк зелененький. Ладно, сам ты зелененький, давай уйдем, пока нас не съели. Ты идешь, блин, как будто не знаешь. Зачем ты в бабу топор воткнул, ты чё? Ну-ка, задний ход, только меня не бей. Зачем? Задний ход включи. Господи, лунная походка в воздухе. Да, черт. Куда пойдем? 10 из 10 этой игре. Лутаться куда же еще? Дейзи? Ну, блин, это не симулятор бега по лесу, почему Дейзи? Ну, вот лес, вот бег. А как бежать? Shift. Так. Блядь, это что? Что ты сделал? Я замахнулся в кролика, попал в тебя. Если бы я мог бежать, тебе бы уже жопа пришла на самом деле. Господи. Слушай, я сейчас съем, как тут инвентарь открыть? Ай. Мне срался. А что это? Зачем она? Ну, не знаю, откуда у тебя вообще есть рация. Ух ты, мне тоже. А, алло. Типа коммуник... Алло, Алёша. Иди нафиг. Нафиг иди. А ты меня в игре слышишь? Конечно, ты меня тоже. Все, клаус. Капец, слышь? Звуки ударов тут громкие. А ты где? Да где-то здесь шляюсь. Тебе прикурить? Что? Тебе прикурить? У меня зажигалочка. У меня тоже есть. Давай прикурим друг другу бороду. Можно это топором тебя прикурить бороду? Подожди, ты уже лутаешь, да? Ну я пытаюсь сундучки вскрывать эти. Сумочки. Алло. А как мне топор открыть? Топор? Да, как в инвентаре возьми его в руку и все. Гениально. А? Это умно. Это вообще гениально. А почему я ударил по сундуку, и у меня руки в крови, короче, стали? Они у тебя были в крови. Поцарапался весь. Ну, видимо, об сундук кривой слишком. У меня в сундуке, короче, пустой сундук. Вот. Че, в сундуке сундук? Ничего в сундуке нету. Там, короче, одежда чья-то. Победитель по жизни. Опять. Фетишист. А нет, нашел, походу, батончики. Milky Way. А, фу. Может... Что? Они же не питательные. Тебя волнует вообще, это мои батончики. Да, триггерируйте. Да. Вон, алкоголь, алкоголь. Мой алкоголь, короче, слышишь, смотри. Пошли отсюда пока. Ты видел, тут птичка летала? Да. Блин, это плохо. Значит, чудаки скоро придут. Подожди, давай похаваем-то. Нельзя. Можно. Ты же не приготовил. Я похавал батончики. А, батончики? Так я думал, ты птичку похавал. Я теперь бегать умею, знаешь, что значит? О! Выключи зажигалку. Нет. Тепло. Смотри. Сейчас погасится. В натуре погасилась, а я думал, она под водой гореть будет. Да, сейчас, размечтался. Смотри, я, короче, намочил зажигалку, она, это, ну, типа, такая профессиональная, сразу загорелась. Профессиональная зажигалка? Да. Ты где такие видел? Не знаю. Там. Рыбка, иди ко мне. Типа. А ты где? Да, приду, там. Ты, а, ты рыбку, а ты где палку нашел? Тут рядом, с прудом. Я нашел тоже. Блин, как ее? Давайте. Так. Я предлагаю где-то возле этого озера, только не истребляй всю рыбу. А то это плохо кончится для нас. В смысле? Че под водой все такое мыльца? Ну, ты ж под водой. Хлорка. Хлорка. Щиплет глазки. Да, господи, это их поселение. Мотаем отсюда. Ты смотри, я руки помыл. Это не их поселение. А че это поселение? Это наше. О, скунс, скунс, скунс. Смотри, я братишку нашел. Какого? Сюда. Я его, короче, я в него тыкаю своей палкой. Главное, по тени попасть палкой. Слушай, а чё мы дом не строим? Как дом строить? Так давай свалим отсюда, я не хочу этот дом строить. Давай. Придут какие-нибудь олени и из нас дом построят потом. Я пытаюсь потеть тыкать. Шашлык-машлык сделают из нас. А, больно же. А я пошутил, хватит. Пошутил. Раски. Знаешь, сейчас я возьму топор и пошучу. Смотри, игуана. Убей, убей, догони, убей. Догони, бей. Слышь, она, короче, зависла, походу. Я насадил ее, короче. Насадил. Всё, а что ты ее нас... На палочку свою. Она тебе в крови. В инвентаре, ну как бы, собери ее, в инвентаре надень ее шкуру. Будет броня. Смотри, королевский. Видишь? Пинг написано. Эй. Чё королевский? Стул. А, шезлонг типа? А сколько мне игуан убить, чтобы броня была?
Шкура с каждой падает. Ну и сколько надо шкур? Да ты сам смотри, одевай их. Чем ты сквозь меня прошел? Это нереалистично. Игра нереалистична. Нам не за это платили, играй. Разработчики. Валим отсюда. Куда? Туда. Давай, давай броню скрафчу себе. Так крафти, надевай тупо шкуру. Смотри, что у меня есть. Смотри, я сейчас, короче, намажу тебя. Сиди нафиг. А ты видишь, что у меня в руке? Да. Шкура, что? Говна. Это не шкура. Ой, это труп, вот. Это освежеванный труп. Ну я о чем? Воу. Слушай, а че? Пойдем? Куда пойдем? А что это за полянка? Не знаю, я хочу свалить к берегу, там обычно есть рыба. Там я есть когда рыба, играл... должен быть наш дом. Я когда играл в Форест в прошлый раз, там, короче, построил домик на берегу моря. Слушай, когда я играл последний раз в Форест, я 3 часа отбивался от этих гадов и не мог построить. Ладно, я не построил домик. Я, короче, построил шалаш из листьев, а потом перекричал день и ночь, пока они не уходили. А потом они вообще не уходили, их было все больше и больше. Они убили меня. Ну, они изначально решили прийти просто, знаешь, толпой напасть. Подожди, что там такое за хрень? Контейнера, посмотри сам. Графона не хватает, да? Я не видел такие контейнера. А я уже повидал когда-то. Тут этот парень... Осторожно, не наступай на этот контейнер. Он в космос выкидывает. В смысле? Ну, меня он в космос в прошлой версии выкинул. Я хочу в космос. Поверь, это просто выключает игру. Юрий Гагарин, как говорится, у нас в России. Слушай, я не могу даже на него запрыгнуть. Боже. Ты видишь это? Да, господи. А ты видишь, что я человек этот, как... Человек-пауки, амфибия вот это? Не соглашаешься. Смотри. Идем в контейнер. Давайте же будем жить, смотри. Просто огородим, чтобы эти не приходили к нам. Тут рыбка есть? Где моя палка? О. Я такое хочу. Действительно, может здесь и жить? В контейнере, ну, тема. По-моему, да, и отбиваться легко. Да. Ну, прям перед это входом поставим ловушечку и все. Да. Слышь? Ну слушай, я костер-то разведу. Слышь, у меня, короче, капец какой-то произошел. Какой? Я камень подобрал. Выкинь его. Сейчас. Фу. Бека, брось. Бросил в тебя. Ой, ой, заяц. Ой, я... Что ты делаешь? Костер. А зачем? Ну, чтобы у нас был костер внутри нашего... нашей хибары. А морская звезда будет греться здесь? Да, конечно же. Нам... О, я бухло нашел, слышно? Ну, молодец. А тут можно скидывать? Я могу тебе скинуть что-нибудь? Насколько я помню, нет. Пус. Все, что ты выкинешь, будет у тебя... А, это энергетик, походу, я нашел. Едой делиться тоже нельзя. Ну, кооператив же. Ну, да. Альфа же. Ну, может, что-то исправили в этой версии. Апдейт, кстати, скоро. Я только что просто обосрался, когда в меня птица в ебальник влетела. Это было страшно. Что ж ты матершинник-то такой, а? Кто? Влетела она в него. Лиса. Тихонечко вкатилась, надо было сказать. И в кровь размесила твой... Лицо. Твое лицо. Окей. Так. Смотри, зато я вижу, там где-то костер поставил. Я же тоже могу строить, а на какую кнопку? На Е. Дострой. Не, я имею в виду там домик искать поставить. А, ну Б нажми. Б. Да, можешь посмотреть сам. Лодка. Водка? Лодка. Ну лодка, круче. Маленькая лодка, дом-лодка. Давай построим дом-лодку, мне нравится. Мне тоже нравится, но мы, боюсь, не построим дом-лодку. Нет, построим. Нет, дом лодка не очень. Так, еще раз, куда нажимать? На F. Нет, не на F. На B. Точно. Так, я пока посмотрю крафты. Я просто играл последний раз в начальную альфу, когда только вышло. Я совсем немножко, наверное. Ну вот, недавно поигрался и все. Так, стол. Это верстак, что ли? А че с верстаком? Это стол. Просто стол. А. Газебра, это что за херня? Что за газебра? Я не знаю. Где ты нашел газебру? Там, где стол. А где ты стол нашел? Фурнитуры. Какие фурнитура? Да, газебра здесь. Газебра, не знаю, давай построим ее потом.
После того, как построим себе хату. Да блин, газебра, это похоже, знаешь на что? Нет. Я тоже. Сейчас поставлю, узнаем. Фига она может быть. Ё-моё. Ротонда поди какая-то. Она, короче, может быть высоту здоровая, вот такая. Ну-ка, вот так вот поставлю. А, там чем выше, я так понял, тем больше бревен надо на нее. Да ладно. По-моему, нет. По-моему, да. Она может еще выше быть. Ну-ка, давай, давай попробуем поставить. Убери свою газебру. Сейчас уберу. Брал. Так. Уверен, я вот могу из нее вышку целую сделать. Ну вот, вышка. 160 надо бревен вместо 80. Так что больше. А тут есть смена дня и ночи? Да, есть. Очень хочется до ночи все сделать. В плане начать строительство. Я опять бегать не могу, мне надо что-нибудь покушать. Попить тебе надо. Попить? Да. Да-да-да, попить надо точно. А как попить? Ну, взять да выпить. А, у меня же был энергетик, вот он. Да, только алкоголем не злоупотребляй. Слушай, мне не восстановилась шкала попить. Да ладно. Да, шкала попить, блин. Поешь, попей тогда. А у меня еды нету, мне надо готовить. А что, сникерсы кончились? У меня всего два было, я их сразу съел. Ну вот, выбей этого себе, кролика, и пожарь. У меня есть эти ягуаны. Ну как, вон, на костре пожарь. А как это, я нажимаю Е и все? Возьми ягуану к себе в инвентарь, ну в руку, и перетащи. Точно, да, нажмешь это и сиди возле костра и жди, пока он пожарится. А то он сгорит и не сможешь съесть. Да, это я знаю. А как забрать из чего? Ну как, жди, пока сготовится. Потом нажмешь Е. Подкинь, кстати, немножко. Кого? Листьев? Да. А как? Ой, гроза. У меня нет листьев, кстати. Блин. Все плохо. В смысле? Ну, у тебя нет листьев, это плохо. Это что, будем строить здесь этот дом? Ну как хочешь, слушай, можно уйти в лес вообще. Как думаешь? Ну, блин, в лесу не идея. Я хочу построить газебру теперь. Понимаешь? А газебра это хрень какая-то, походу. Ну а почему она такая крутая? Не знаю, я бы построил домик на дереве. Вообще, факт. А как его строить? Ну-ка давай. Не знаю, как-нибудь. Я слушай, думал, что газебра это и есть домик на дереве. Ну там нет, это не домик на дереве. Я похавал, короче. Блин, почему так много пунктов просто недоступно? Блин, слышишь, ты дурацкий ящик выбрал, когда ты в нем встаешь, ты не можешь идти. Ну, на контроле не знаю. Да, на контроле медленно. Короче. А вот, три хаос можно сделать, прикинь. Ну вот домик на дереве. Да. Тут какой-то свет странный. Только как его разместить? Не знаю. О, я могу его сделать на дереве. 35 на деревьев. Давай рубить. Домик на дереве! Я всегда в детстве такое хотел, но я не умел свои дома. У меня тоже никогда не могло быть просто домик на дереве. Вот под деревом спокойно. На даче берешь, да делаешься домик под деревом. Чё, как убрать дурацкую зажигалку из рук, она меня бесит. Потуши. Как зажег, так и туши. Так я ее из инвентаря просто достал. А, ну да засунь обратно там. Не знаю, по-моему, Эль. Ну-ка. Эль. Да, ну смотри, спасибо. Да, не за что. Только... Реалистика, дерево падает и сразу, короче, распиливается на 5 часей. Ну да, это круто. Это как в Расте. Хотя в Расте вообще ничего не падает. Ну, в Расте сидишь, бьешь нечто, другим нечто. Только не сруби то дерево, на котором у нас устроится, это будет довольно весело. Кстати, интересно, что... А? Говорю, интересно, что будет. Я тебе сейчас испытаю, что будет. В смысле? Я не буду, не. Знаешь, такие построили, фу, ну, чё, нормально. Бах! А его, наверное, нельзя срубить, ну-ка. Может, не надо? Ну, ладно, не буду. Чтобы... Давай зайдем к кому-нибудь. Кто-нибудь подойдет, у него попробуем. Ну, блин. Слышь, меня, по идее, убил уже. Ну, по идее, тебя давно убил уже. Я только зашел из игры. Капец, они громкие, эти поленья. Да не, у меня тихая игра. Когда упал, короче, самолет, меня уже, по идее, убило. Ну я о чем? Блин, а как это получается? Мы же падаем с сыном, да? Ну, да. На самолете. А что, у нас два сына или один? Общий. Он черный или нет?
Ну, понимаешь, есть такая проблема, что он, возможно, даже О китаец. Боже мой, стой, остановись. Какой жирный. Что случилось? Остановись, ты жирный. Офигеть, ты не двигайся. Я обиделся. В раске. Ты, короче, качок и жирный одновременно. Я жирный качок, не, ну это круто. Ты слышал? Да, это эти чуваки. Бежим в контейнер. А где они? Боже, я видел их. А где контейнер? Там, где ты. Это птички, за нами птички. Птички? Да. Или это кролики? Когда птички рядом, это означает, что эти мудаки где-то рядом. А вон он, ты что, не видишь? Справа где-то шастает, да? Вон он идет. У меня солнце светит, я ничего не вижу, понимаешь? У меня тоже потемнело резко. Ну вон они, от них, короче, блеск идет. Они. Знаешь, я вижу солнце, я не вижу ничего вообще. А под тобой ничего черного нету? Типа, у меня подо мной все черное, блин. У меня ноги подо мной. Не? Не так? Я ошибаюсь. Че ты там стоишь? Тебя еще убьют. Тут никого же нету. Ну-ка. Вон они идут. Я не вижу их. Давай, я подойду, посмотрю. Зачем не подходи, он тебя убьет. Ты не туда идешь. Нет. Я не пойму, это они или не они? Они. Тут еще есть по-твоему? Блядь, их много! Боже. Нет, мартышки. Это баба за мной бежит, слышишь? Что она от меня хочет? Я не дам ей ничего. Я бы не сказал, что баба обычно хочет. Мороженка не угощу. Почему ты скажешь под Умбрину? Ну, потому что я... Ты не жирный силач, потому что, да? Да. То есть, ладно. Слушай, как я у тебя выгляжу? Я в белой майке такой, да? Замри, хватит бегать. Ты у меня в такой, знаешь, армейской майке, такой полустарчок, в кедах черных и армейских штанах. Кама такие. Еще у тебя на голове какая-то пепельная прическа, больше похожая на старую кепку, чем на волос. Значит, здесь не одинаковые персонажи. Ну да. Боже мой, что? У меня, короче, все темно так. И море оранжевое, короче. И вон там луна, смотри, лол. Да. У меня какие-то проблемы с освещением, по-моему. Чувак, ты не один. В смысле? У меня вообще так темно. Ай, меня заметили, кажись. Где? А как ты зашел? Видишь, я костерок сделал, небольшой такой, специальный. Факел? Почему нам надо гребаных 300 палок? Мы, может, лишь с тобой, знаешь, что замутить? Листья. Ну, то есть, типа, шалашика, чтобы время пропустить. Не думаю, что он работает здесь, на двоих. Ну, я думаю, смотри. Знаешь, что ночью все блестит, короче, можно вот изи подбирать. Угу, одна проблема. Что? Эти гады ночью активизируются. Кстати, у них. Мы можем, короче, сделать это. Мы можем просто, знаешь, сесть вот здесь вот и сидеть. Я в чай колбу. Да, серьезно? У меня 10 чаек только что влетели. Так, а ты там, да? Где костер? Да. Вижу. Ты у меня сейчас, короче, через текстурку виден был. Надеюсь, они не могут напасть через текстурку. Кстати, возможно все. Блин. Может, ты такой стоишь? Видит. Такой брутальный мужик стоит. Зажигалочки. Господи, как ты выглядишь вчера там? Ты меня сейчас на коленках сидишь. Ты тоже у меня, ты знаешь, как? Не знаю. А ты меня сейчас знаешь, как Skyline? На караб ездишь так. Ты меня как Nissan Skyline плывешь просто. Давай, бочком. Карусель, да? Да. Это радость для нас. Я не помню дальше слова. Есть еще этот FPS. Не был таким убогим. Он, знаешь, он дергается от 90 до 2. У меня вообще стабильный 16. Безетки. Я просто вижу, как он, знаешь, меняется туда-сюда обратно, и никому из нас неприятно. Да. Слышь, смотри, ты видишь мою голову, торчащую из этой оранжевой херни? Нет. Хорошо. Я вижу, как ты в этой оранжевой хрени сам ползаешь. Пошли и домик строить, мне кажется, они... Да, я бухла наберу, тут халявное бухло просто по всему пляжу. Ты сможешь потом забухать, не? Слушай, это просто пляж мечты. Серьезно. То есть ты всегда мечтал в бухле, да? Нет, на пляже. С бухлом. Ну, так тоже можно. Не отрицай очевидного.
Ну, видишь, ты сам даже знаешь, это очевидно. Ну, офигеть, блядь, я бухла набрал. Все мечтают о бухле с пляжем или пляже с бухлом. Я все бухло выпил. Я думаю, в этой серии мы должны просто обязаны построить этот гребаный дерево-дом. Слышь, я перепил. Че, камера поехала? Нет, камера не поехала, я просто иду медленно, просто, не знаю. Ты уверен, что ты перепил? Потому что сушняк начался. Сушняк? Нет, сушняк под утро вообще, факт. Ну, это же гребаный альфа. А, в альфе, да, в альфе ночью сушняк начинается. Ну, мы же не знаем, как он тут начинается. Пойду в море попью. Или там хлорка. А ты уже там, что ли, деревья рубишь? Я жду, когда... Какая похожа. Наше дерево упадет. Но она не хочет падать. Ну, знаешь, сопротивлялся, она так крутилась на месте. Ты что, нашел, знаешь, что? Нет. Я тоже не знаю. Какую-то свою микросхему. Молодец, бомбы сможем делать вроде как. Надеюсь. Не знаю, может лодку сделаем, плывем. 21 уже собраны с какие-то там. Слушай, ты не в курсе, как бы вот этот Форест, да? Да. А тут же сына спасать надо. А где он? Где-то в пещерах. А ты когда-нибудь видел прохождение, где спасают сына? Нет, я вообще не видел прохождение по нему. Вообще его реально спасти. Наверное. Че у меня красным светится? Я не понимаю, что за скала такая. Глюкнутая, наверное, какая-нибудь. Кто? Глюкнутая, говорю, какая-нибудь. Да нет, это... То ли сила, то ли чё. Шкала сила, да, по идее. Красная? Да. Это ХП. Нет, справа. У меня красным горит. Что у тебя справа красным горит, я не понимаю. ХП это слева. Так, я что-то блестяшку вижу. А, это... Это ты поставил? Ну, факелки-то, да. Отлично. Надо же нам как-то освещать территорию. Так, костерок. У меня, короче, силы нету, да, и я не могу работать. У тебя есть покушать? Я не могу делиться с тобой, в этом проблема. Ой, все. Так. Разведи себе костерчик небольшой. Палочки, веточки, камешки у тебя, надеюсь, есть. Есть, я вижу. Я, ладно, я так рублю, как профессионал. Один удар и отдохнул, да? Ну, фишка. В жизни так же. Валим, 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 валим. В смысле валим? Голум пришел. Слушай, баба Голум. По-братски, я не могу валить, спаси. Ну, если она потом подойти, я тебя спасу, до этого момента я не буду в нее влетать. Найди камень. Ты какой камень? Где она? Не знаю, где тут была. А вон она. Вон, передо мной. Это прям Голум. Я вижу. Кто она? Не знаю, я ее как Голум похожа вообще. Голум? Ну, ей не напоминает? А, это этот, который из Властелин Колец? Да, голая, вроде. А! Ты жив? Хилимся, живем, да? Все? Сдохни, тупое. Злой. Создание! Там были сисечки, что ты сделал? Какие-то зубы подобрал с нее. Да, я буду зубастым. Что с этими зубами делать теперь? Ну, вообще памятник можно им возвести, которого не боятся, типа. Из зубов? Ну, там, из тела. Я бы боялся, если бы это был памятник из зубов. Зубастый. Знаешь, я бы все ожерелье лучше из зубов. Там еще, и еще один, еще одна стоит, смотри. Спасибо, не хочу влетать. Стамины не так много. У меня вообще не стамины. Мне надо похавать, чтобы восстановить. Похавай, блин. Я свое всякая живность обитает. Я свое дерево не дорубил. Тогда доруби, ты обязан его дорубить. Живность это незаконно. Я испугался факела, боже мой. Боже мой. 29 из 35. 6 кусочков дерева. Я слышу что-то. А, это моя жопа загорелась. Молодец. Так. Молодец, умничка. Так, у меня сейчас какой-то странный звук был. Ты что-то сделал? Ну да. Но по факту звук будто дерево упало. Звенящий колокольчик может был, не? Да, звенящий колокольчик. Слева от тебя как изябра бегала. Ну. Нет, такой звук, будто я дерево срубил, а оно не срубилось, нихера. А, такое бывает. Знаешь, нет. Как страшно, сзади тебя такая игуана проползает.
Вообще пофиг. Вот это было страшно, молния. Мне, походу, слышишь, крал отнуло. Дерево срубилось, но оно, короче, на весу. А, круто. Ну, сейчас оно развалится в небе. А все, все разломал. Свалил? А? А еще у меня камушек зарегается. Круто. Когда я от него отворачиваюсь. А у меня факел потухать начал. Скажи ему, чтобы горел. По-братски. Я ему говорю, гори, гори. Вот по-братски. По-братски гори. Он так, говорит, еще два, еще два, еще два дерева. Два дерева, и мы будем жить в своем домике. А слушай, а ты мог его выше сделать? Нет, это фиксировано, вроде как я понял. Он вообще это, не ставился, потом резко поставился. И вот он. Домик на дереве! Боже мой, а как на него забраться-то? Эй. Слушай, вот, что-то... смотри. Как-то так, нет. Я не понял. А, не, нажми. Внизу смотря. Как лезть? Ой, я лезу. Я залез. А я не могу. Как короче, зажал Е. W. А. Я зажимаю, и ничего не происходит. То есть тут можно сохраниться. Почему я зажимаю, и ничего не происходит? Е и W одновременно. И вверх. Мышкой попробуй. Давай я слезу. Попробую сделать гайд. Мне говорят, что холодно. Холодно? Так, вот. А, сзади смотри. Гаш, боже! Сдохни! Я сейчас... Лена. Вот она. Она развалилась. Да. Ну вот смотри, зажимаю Е. Но. Вот, видишь, там снизу есть. Я такая... вижу ее. Я зажимаю Е, нажимаю. Я зажал. Черт. И никуда не лезу. Все, ничего сделать не могу. Вот. Я Е зажал, он мне как бы обхватился. И W. Он мне, знаешь, обхватывается и постоянно обхватывается заново. Е зажимай. Ну ты зажимай. Ну вот смотри. Когда он тебя обхватится, не отпускай. Все, лезь. Не могу, не лезет. Ты мне сейчас... В смысле, ты W нажимай. Ну вот я нажимаю W. И мышкой. Вверх. Или в середину. Как попробуй мышкой потерку, короче. Пробую, ничего не происходит. Что ж ты такой? Может, потому что я голодный, не? Ну, я тоже как бы. У меня нет стамины и воды. Нет, а я именно голодный. Ну, иди на пляже бухла подбери. Блин, бухло уменьшает эту жажду. Увеличивает, точнее. Ну-ка, если так прыгнуть. Вообще пофиг. Да смотри, я просто беру. Знаешь, мне холодно написано. И у меня... Эти листовки это. У тебя, по-моему, просто это? Не... Даже вот смотри, я могу с дальнего расстояния подойти. Я не могу, у меня нет, не залезает он. Е зажимаю, это да? Бред какой-то. Пойду погреюсь на пляже. Е и W, и все. Везет тебе. Странно. Ну что, может, с этим закончим? Ну, я думаю, что стоит заканчивать уже. И так, наверное, затянувшуюся. Мне кажется, тут небо, знаешь, как будто мы на Юпитере. Красиво. Знаешь, у меня только что два солнца каких-то. Одно справа расцветает, прикольно. Смотри, да, да, справа красиво расцветает. Будто мы сейчас на Сиэтле. Ну, не знаю. Там горы тоже вот такие вот. В Сиэтле. Солнце оранжевое-оранжевое. И море оранжевое стало. Да, все оранжевое. На этой прекрасной ноте можно пожелать всем удачи и сказать пока, наверное. Наверное, да. Скажи ставьте лайки, подписывайтесь, собственно. Да, всем пока. Всем пока.